Ну, ты будешь на рестора друида ролить или будешь на кота ролить? Ну и все тогда. Просто Хапал ролит только на Ретрика. Если вы так не верите в Хапала, хотя, в принципе, Хапал нам нужен. Да еще хуй с ролью, блядь. Ну, не знаю, люди. Поверьте мне, ретрика тоже прига хороша. Так. На первом боссе держим рейндж. На червяках также держим рейндж, чтобы вас не заплевало всех. ДК, МТ. ОТ паладин. Крестик. ДК, будешь забирать все. Червяка, который вылезет из-под земли, в Акате заберет червяка, который будет выходить, отведет его в сторону. Под Герой будем заливать, соответственно, кислотную. Быстренько. Будете держать обязательно рейндж. Те, на кого кислотный дебаф упадет, старайтесь подбегать поближе к Акате. После плевка он постарается вас разморозить. РЧ на пул. Дайте кулак дроидам. Фулл баф прокиньте по рейду. Еще раз рычаг. Все еще кулака Банки в дроидах выпейте. нет. Обязательно топовые пить банки. Что Элиму не хватает? По друидам киньте кулак. Да. Что Элиму не хватает? Крест. Креста, крест по Элиму киньте. По Твою врестам тоже мать, МП5. его не на ком нет, креста. Хпал. Тотем. Кидаешь кресты. Что же? Да в смысле тотем? Три паладина, что, сложно раскинуть бафы? Сликили. Ты кидаешь кулаки, Вакати кидает каски. И раскидайте бафы. Дай ассиста, пожалуйста, войду этот настроить аддон. Ну, у Вакати тоже как бы есть поле пауэра. Он вроде... Ты же не настроил? Вас только двое в поле пауэре. У Ретрика нету поле пауэра. Один хер. Я ж тоже вижу. Как будто он кресты дает. А хуй знает, что-то не тыкается крест. Похуй, может Может, кулаки ты вару давай? пытаешься поставить? А, точно. У тебя крик на ап есть вместо кулака. А, так у нас ни у одного паладина не вкачанные кулаки, лучше покричу. Готовность на пул, короче. Давайте уже время не тянуть. 25-ка обычка уже изи. Бля, вы Страдать издеваетесь? херней такой. Вот крест кинули, сбили каску. Вот как так, бля, получается? У всех каска есть. Тяните свое время же сами. Там Я надо запустил крик. босса, держите рейндж. Надо именно крик снимать, чтобы кулак дать вам. Вы в центре бьете или под воротами? Под воротами. У вас кулаки не вкачаны, такие кулаки не нужны. Они бесполезны. Они абсолютно useless. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Меньше лишней болтовни. Будете болтать, отключатся микрофоны. Четыре, три, два, один. Гром. В огне не стоим.
Сальву повару дайте, пожалуйста. В огне не стоим. Сноуборда залили. Сноубордов быстрее. С огня. Еще раз там. Сноубольда под боссом. Убиваем. Отводи же её. Деката нет, его забираешь, сейчас из-под земли вылезет. Не надо его туда вводить, в том углу просто его разверни, чтобы он от нас развернулся. Все, Гера пошла. Бейте. Кого заморозил, к Вакате бегут. Жень, постарайся разморозить людей. Угу, спасибо. Добиваем кислотную. Отверни кислотную, ДК. Спасибо. Держим, продолжаем рейндж. Лужа, отводи. ДК, отводи. Сейчас все милики сдохнут. ДК, отведи. Милики, отойдите. ДК, веди. К стенке подведи ближе, там лужа. Еще дальше. К воротам отведи, где изначально держал. Дебафы раскинулись, милики. Друг друга заливаете. Держим рейндж. Пошли заливать огненную, также рейндж держите. Прохильте. Держим рейндж. Огненный дебаф никто не отменял. Угу. Никого не рисуем. Подъебало лезть червяку, такое себе. Сразу говорю. Что танк? Ему куда-то в другое место отводить? Вы стоите на пути. Он изначально в ту сторону его держал. Я-то вижу, как он танчит. Потому что я здесь со спиной червяка стоял.
Так и стоял. Отворачивай. Держим раньше. Прохильте. Рейндж возьмите между собой. Сражайтесь или погибнете, герои. Воротам бежит. Разбегитесь. Классно. Снимите Хантыберсу. Спасибо. Опять глюки Сируса. Шаманы, постарайтесь эту тему убрать. Хантыпетов к себе постоянно переводите. Отошли. Ясно. Он об землю бьется, короче. Он об землю сам бьется посередине дороги, да, это бессмысленно. Ясно, Сирус, как всегда. Прохиливайте. Могу хила одного поднять. Не надо просто так бэры тратить. И так умрет. Разбежались от черепа. Ух ты. Неужто? Тут уже манекен, зачем кого-то поднимать? Прохильте. Отбегаем от черепа. Прохильте людей на фул. Антихристы разошлись. Антихриста опять добили.
стали. Че, есть кто хочет там снять шкурку? О, вижу. Вставайте, заходите. Рыбку. Големов сливаем сразу. Насколько помню, они не контролятся, если ничего не изменилось. А судя по тому, что сейчас с питомцами вообще жопа. То, что они будут контролиться. Банятся они сейчас. Да, да, банятся. Ну, хватает. Тогда давайте первого контролит Лёля, второго законтролит Фокс. Третьего убиваем. Если что, два лока, соответственно, вы на подстраховке. Киврикос и HT. Так. Еще на пул. Держим между собой рейдж. Пламень легиона выносим. Ну, что прохиливать, я думаю, хилы знают. Маги пуршить. Стаки. Мы вдвоем помогаем. Верчи. Все готовы. Рестер. Все, все готовы, запускаем. Меня в ДД или не стоит? Нет, пока будьте в танке. А от греха подальше. На всякий случай давай. ДПС у нас и так хватает. Ну, меня огорчить больше. Замер на ком? Замер на Джараксусе. Ну, это самый статичный босс, где вы будете стоять и в основном бить. На Анубе много потери ДПС, а на Вальках много накрутки. Я думаю, в этом вы согласны. Да не переживай, она все равно не упадет. Чего так? Протопал ты с голоса? Да, протопал с голоса. Если массакру сдашь там под инферналов, скажешь. Тоже потом сдам. Да, я думаю, не нужно. Да, на любом боссе можно посмотреть соло таргет дома, что вы начинаете вот это. Получилось! Трепещи перед всевластным Вилфредом Непопамцем, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Ну сейчас на Джараксусе и чисто в самого Джараксуса будет смотреться топ-5. Я вам, блин, кану в рейд. А кто из них на боссе, танк или ДК или ПАУ? Вообще должен быть ДК, но паладин больше набирает агра. Сам пассивом. Странно звучит. Угу. Испепеление плоти прохиливаем. Пламя легиона вниз. По огню не бегаем. Отводить не обязательно моба ДК. А зачем он его отводит? Испепеление плоти прохиливаем. Пламя легиона разносим. Не знаю, зачем он его отводит. Он зальется как раз таки под боссом, просто ауешками миликов. Это лишняя работа, друид. Создаешь. Вулканы появились. Оля первого бан. Фокс второго. Третьего бьем. Женя, массейв сдавай. Прохилили друида, кота, в первой группе. Заливайте. Големов заливайте. ДК, забери голема. Он голем просто так тусует. Череп. Отпускаем по одному. Ну, Оля. Звездочку бейте.
Второго тоже не перебанивайте. Добили. Переключили следующего. Заберите печеньку. Похилили полынами. Точнее, спепление плоти. Ту-ту-ту-ту-ту, все. Бьем босса. Инфернал, если что, станет. Это редко могут быть станет. Заберите бабу с Алены. ДК, собери. Милики, осторожно. Отведите, Женя, отведи чуть. От огня. Угу. Прохилили Люлю. Быстрее. Спасибо. Да можешь не говорить про череп, я вижу все в воду. Ну, не только ж тебе говорю, Коля, можешь бросить глыбы, если еще не сбрасывал. Вулканы. Бьем големов. ДК, сразу таунти на себя. Голема. Да, у нас. Угу. Черепочек, да? Череп бейте. Можно ставку подлезть. Зачем-то с него сняли череп. А, ну да, это аддон. Метка ставит. Следующего, да-да-да. Опускайте. Слили печеньку. Второго тоже ДК забери. Ромбик. Бьем. Снимите бан с него. Заливаем. Прохилили антихриста. Спасибо. Добиваем босса. Прохилили Лема. Прохилили кота. Вот вам отчет. Топ-5 миликов. Два вара, кот, рога и ДК. Плюс хапа, как озвучено было. Вара, приговор есть. Чтобы справиться с ордынским отродьем. Тише! Успокойтесь! Никакого заговора здесь нет. Чернокнижник заигрался и спасибо. Поплатился за это. Что, спасибо? Ну что, напомню. Я не знал. Я еще и не смотрел. Но не переживайте, скрин я сделал. Что за гильдия у вас, пацаны? Вы подошли с той стороны. Подойдите под ордынский щит, уберите тотемы. Ну, у нас гильдия так, чисто пока что для себя. По сибирскому времени. Чуть позже. По сибирскому времени, да, в основном рейдим. Терминатор. Ты не настолько сейчас будешь терминатор. А, и весь рейд. Хант, отойди. Терион, позволь моим чемпионам... Так. Мы
мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Женя, одевай топовый щит. А скажи, со скольки до скольки РТ, типа? В основном с 17.30 до плюс-минус 19.30 до 20.00. Гильдейский диск? Нет, это не гильдейский диск, это пуга, да. Это пуга диск. Гильдейский немножко другой. Так, так. Женя, видишь мага? Почему мне не нравится? В моем таргете. Ой, пойдем. Угу. Лёра, трусы фиряешь. На косты. Хпалу, то бишь луне, садится Арорта. На кого? Хпалу, луна. Кого я еще из хилов не увидел? Самула, Шам? Шамулова, да. Шамана. Верно. Да я смотрю, кого-то не хватает. Так. Два Элема, соответственно, контролят шамана. Если что, Коля, тоже помогаешь. Один раз овцу, две жабы. Хпал, твоя задача, соответственно, сидеть на танках. Весь рейд, давайте перейдем. Ориентировочный квадрат. От входа начнут, соответственно, танки. Тотем и трепета можно поставить. Первым тянет Деги ДК. Черепа, да? Череп, да. Таунт сначала на себя и тянешь. Потом тянем крест, соответственно. Потом ромбик. Потом по хилам буду озвучивать. Арчи на пул. Геру сразу сдам, когда притянете в рейд. Все готовы? Танки вперед. Не туда доката его должен был притянуть танк. Вообще не то сделал. Тяни его сюда. Череп бьем. Прохиливаем рейд. Больные, бать. Угу. Потом креста, да, сюда притащить? Да, крест сюда потом. Контролим. Рестродруид Бэйр. Креста. Ход Бэйр второго приста ДЦшника, холика.
Холик, ты там вообще не должен был находиться. Танками нет, заниматься должны только, соответственно, ХПАЛ, Бабл. Крестик давайте. ДК там. Проконтрольте людей. ДК. ДКшку. Веди к себе миликов. Крестик бьем. Макс, зайди в толпу, сдай эмосфер. Не надо бить цепными. Ни за что не надо бить цепными. Хорошо. Крестик добили. Потом кто? Пристав шапошника, это ромбик. Я не знаю, где он. Хотя нет, лучше квадрат. Там еще он маг. Угу. Квадрат бейте сейчас. Квадрат. Кот, заряди инархопалу. Я отдал инарко, добавил приста. Угу, ясно. Рестер друид отдай тогда в хапала. Инар. Бейте квадрат. Продолжайте контролить. Не разбегайтесь. Главное. Продиспальте его. Маз диспал скиньте. Там уже не надо, я уже фул корни поставил. Ну, там не только корни, там еще и заморозка мага. Бейте пати. Мага. В пятой пати там хапал, не ошибешься. Добивайте квадрат. Хилов контрольте. Корвикос, шамана тоже ферни. Это печенька. Угу, спасибо. Добиваете мага, бьете ромбик. Продолжаете контролить хилов. Ромбик бейте, шипоприста. Уржите его. Масфир сдайте. У вас заливаются люди сейчас просто так. И вопрос, почему Рога вообще в рейде? ДК, тяни его. Я давно сказал, я не знаю, чем. ДК, ты чем занимаешься? Рога тусуется в рейде, просто вырезает людей. Диспел корни. Мас диспел. Если тебе ДК непонятно, вот череп тебе надо вытянуть. Утянуть его нахрен с рейда, чтобы он не бегал. Ты его таунтишь на себя и потом тянешь. Еще раз, ты его нон-стопом просто-напросто должен обязательно вывести. Ромбик добивайте. Че, БРов нет больше? Три друида вижу. Два БР у нас было сдано, не надо пока что больше. Добивайте так. Добивайте ромбик. Сейчас кто? Шамана, печеньку. Бля, а можно мне так пару, блядь? Быша крутить еще и чаржиться в это время? Конечно, можно. Пользуйся. Армсы быша не берут нормально. Нормально, если вихрь быша, ну ой. Давай, кайся, маг, кайте, выживай. Еще чаржится, я все равно хочу догнуть. Шамана. Выведи его, Ротрига, попытайся. ДКшника.
Рога, почему в рейде ДК-5 у тебя? Да мы оба его гриппаем наружу, он все приходит. Бегайте от него, блядь. Сейчас подкатился. Сейчас Ивар еще придет. Ага. Макс, есть чем отрегенить себе ману? Мне иннер откатился, могу дать. Дал в шаману. Угу. Добивайте шамана, сбейте каст. Уржите его. Копала луна. От миликов просто бегайте, кидайте маков, если кончились. Контроллер. Оставь Макс ману на то, чтобы продиспорить щит. Антихрист. Дал ДКшник устан. Угу. Добивайте хапала, сейчас щит будет. Тире, вон. Продиспольте, маз диспел. Маз диспел, все, добивайте. ДКшника. Масфир сдайте, пусть он нахрен идет оттуда. После луны трусы дерево убивайте. Или снимай бан. Забейте дерево. Оля, отходи. Верни ДКшник, Оль. Ой, точнее, рогу. Прошу прощения, не то. Угу. ДК, можешь его просто сейчас оттянуть, пока он в эфире. Дал стан по роге. Добивайте дерево. Ай, блядь, ДК бьет, сука. Там тролль сурога. Добивайте трусы. После в рогу свечитесь. Рогу, череп. ДКшника пока что оттягивай, ДК, танк. Улю прохил, Лёлю. Отведите от ДКшника, от Лока. Улю, ферни ДКшника. Таргет на потом. Бейте Рогу. Дал стан ДКшника. Угу. После ДКшника бейте. Странный ДКшник с маной. Какой есть? Это вторая ступень эволюции. Приколы Сируса. Это да.
Добивайте ворон. Выиграет от подобной глупости. Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Стали, зашли. С королем Личом. Тотемы, все остальное убираем. Кушайте рыбу. Фулл баф от попавшим. ДК, ты возьмешь белую, паладин возьмет чуть темную. Все берем темную. ДК, бери белую. ДК, танк, бери белую. Нет босса, а сферу. Сферу возьми. Или ты вообще не знаешь, что здесь делать? Нету. Не понимаю. Белую, с правой стороны, возле синей метки стоишь. И ты будешь танчить темную. Чтобы ты понимал, темная это крестик. Есть желающие поприкрывать рейд? Пара латников. Если друг, ты готов поприкрывать рейд? В смысле? Побегать, половить сферы? Магда, не спам, блядь. Дайте колясику каску, а? Магу бар дайте. Сука. Ладно, давайте посмотрим без прикрывающих. Что у вас получится. Если не получится, назначу уже сам, раз вы не хотите. РЧ на пул. Куча именно, все в синюю метку. Встаньте, пожалуйста. Без рассасывания. Все готовы? Добавим пул. Ну, давай добавим пул. Добавим как бы обновлен. У всех отображает. Добавим паску, может? Без понятия, что он там будет пить. 4, 3, 2, 1. Пул. Пуляйте танки. Метку по танкам. Зачем метки по танкам? Агро, ДК, держи. ДК, держи, агро. Почему ты мне? Извините, я сегодня обновлялся до последней версии. Сальву повару дайте, главный сир. Повару сальву киньте. Еще не срывает. Светлую взяли все. Бьем в крестик.
Там 90. Сказал, всем светлую взяли. Сакру сдал, где идите? Перебежали в луну. Перебежали в луну быстрее. Пока мы сакру сдали. ДК не спи. ДК, ты тоже в луну перебегаешь. И ты ничего не должен был брать. Зашибись. Зашибись. Не, надо, чтобы какой-то челик хотя бы один бегал, ловил. Который знает, что какие шарики надо ловить, когда что менять. Сейчас не в этом дело, сейчас было дело, что все рассосались. У нас у престола. У нас овощ на ДК сидит на танке. У нас у престола Фолика есть спек, ШП. У Фолика? У Фолика, который ДЦшник. Давай я в ДЦ скинусь. Так он нормально ДЦшит. Не, ну смотрите. Тут это не спасет. Не, если нет, нужно, чтобы просто-напросто... Тут просто нужно два человека, которые сейчас будут рейд прикрывать. Вон, плюс они те, кто бегал, шары ловил противоположного цвета. Вон, Лок знает, блядь, пускай бегает. Лок, половишь? Да, я тоже побегаю, половлю. Все, изи сразу будет. Смотри, Лок, ориентировочно. Ты перед... Ну какой нет, ну не перед. Все. Хрень несу. Ориентировочно ты справа всегда боку. Я слева боку прикрываю плюс-минус, то бишь со спины вдвоем. Понял, да? ДК, ты вообще понимаешь, что на этом боссе делать и что вообще ты должен делать? Потому что, когда говорят, перебегаем, как бы, тебя это тоже касается, а ты просто стоишь и дальше хренью страдаешь. На этом не был персонажа или на этом вообще боссе ты не был никогда? Хреново тебе. Хреново только на Анубе. Ну да, хреново будет еще и на Анубе. Просто ДК, у ДК танков никогда не бывало проблем с агро, а у тебя это почему-то не возникли. Прожмите по луковским камням, возьмите все камушки. Готовность на пул. Охуенный билд, кстати, на ДК танке. Все готовы. Отчет. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Пул. Это для тех, кто не отображает у кого. Лок, как-то ты не там что-то где-то закрываешь. С другого боку, ты спереди танков не прикрываешь, сбоку закрывай. Красава. Лок, нахрена ты танков прикрываешь? Ты вот должен под щитом под альянсовским плюс-минус бегать. Нахрена ты закрываешь танков, которые и так выживут? Ты же плюсанул, что ты понимаешь, что делать. Белую берите. Взяли все белую. Перебежали все под темную. Спиной поставить. Бля, я в ахуе. Чел на ДК, ты можешь развернуть босса? Почему ты, блядь, стоишь боком? Блядь, встань в печеньку, я бить не могу, алло. Танков прикрывать лук не надо. Они сами как-нибудь спасутся. Договор близнецов. Кого черную пробивать? Быстрее, черную, черную быстрее пробили. Черную возьмите, пробивайте.
Прервите каст. А зачем ты? Перебежали все к белой. Пол рейда берет, пол рейда нет, блядь. СГН, сука. Только черный не надо было пять раз. Лишь черный будет. Он меня не отобразило почему-то. Женя, сейчас я до конца. Ну да. Хрен с ним уже. Бейте. Нет, отобразило по-другому. Черный, да? Ничего не берем. Просто бейте, пробиваете и дальше бьете. Можете Лёлю риснуть. И Вара. Рестер друид Лёлю бы или Шкот Вара. Прохильте. Не забегай так далеко, маг. Ой, тут лок. Я с этой стороны ловлю. Лови чисто с той стороны. Инера там закиньте по хэпалу. Инеры прохиньте по хэпалу. Да. Я можно пару штук. Хотя... Угу. У меня когда? Смена цвета, темную воронку взяли. У вас взято. Вот на блядь. У меня крыша. Да у меня, блядь, крыша едет уже. Все, я хуйню несу. Долбоёб. Ладно. Говорю, уже неудобно с этой хуйней заниматься. Такой... на ловящем сфере. У меня ДБМ орёт, блядь. Надо, чтобы говорил тот, кто весь рейд такого цвета. Женя, короче, поконтролишь эту хуйню. Да мы бьём сейчас. Сейчас рейд должен подбежать. Ну, у вас сейчас под белые будьте. Но вам надо перебежать к темной. Все берите белую. Белую взяли. Белую берите и бейте. Пробивайте. Куда побежали? Кого пробивать? Бьём просто... Фу ты, блядь. У меня уже крыша едет. Сорян. Перебегите к темной. У вас прикрывает один человек. Сова БР не хапала. Что, фреймов нет, да? Бьем ту же самую. Договор. Ту же самую убейте, пробивайте. Прервите каст. Кричать не надо. Рушан без маны просит инов. У меня 40 секунд. Сова, кинь инер по рестер шаману. Спецспособности. Взяли черную и пробили. Не пробили. Упали. Печально. Много упало. Сейчас я накосячил. Неудобно все же бегать с одной сферой, когда на рейде другая. Давай я буду анонсить. Сейчас танк будет вам анонсить на вакате. И все. Проще встань в одну и анонси. Ложитесь, что вы хилите? Ложитесь, не хильте. Не тяните время. Спиной боссу встань. Проебланил, бывает, не спорю. Встали, зашли.